NetHolder – это мессенджер с AR-контактами и AR-контентом. В данном приложении каждый пользователь может создавать свой личный профиль с продуктами в дополненной реальности. Для того, чтобы посмотреть, как это работает, переходим во вкладку Home, находим NetHolder Official. Здесь мы увидим пример профиля. В правом верхнем углу три точки, View Profile, мы видим полностью портфолио данного пользователя. Кликаем на одну из картинок представленных, и она переводит нас в AR. Нажимаем на верхнюю картинку, наводим смартфоном на плоскую поверхность и наслаждаемся результатом. Объект в дополненной реальности можно снимать на видео, делать с него фото и даже добавлять в избранное. Начинаем мы с того, что загружаем в раздел «Библиотека» те файлы, с которыми нам предстоит в дальнейшем работать. Если видео имеет зеленый фон, программа автоматически его убирает и создается иллюзия голограммы. Именно поэтому видео с зеленым фоном мы загружаем в раздел «Голограммы». Для начала давайте посмотрим, как другие пользователи видят наш профиль. Для этого переходим в наш профиль и нажимаем на иконку глазик. AR-профиль создается в два клика. Для этого переходим в AR-профиль, выбираем нашу голограмму и сохраняем. Чтобы посмотреть результат, переходим в наш профиль, нажимаем на глазик и сверху кликаем на оранжевую кнопку. Вуаля! Виртуальный гид, виртуальный консультант, виртуальный шеф-повар, фэшн-шоу, дэнс-шоу – это лишь малый список того, что можно создавать как голограмму. Единственное ограничение – это ваша фантазия. В профиле NetHolder вы наверняка увидели большое количество продуктов и теперь задаетесь вопросом, а как такие AR-продукты создавать самому? Все очень просто. Мы переходим в библиотеку, загружаем теперь фотографию, которая будет относиться к нашему AR-шаблону, загружаем наше видео или голограмму и теперь переходим в AR-шаблоны. Нажимаем на плюсик, выбираем подходящий шаблон, который будет соответствовать нашему запросу. В данном случае мы создаем голограмму. Теперь даем название данному AR-шаблону, выбираем фотографию, которая будет соответствовать данному AR-шаблону и соответствующему видеоролик. Картинка, которую вы здесь выбираете, будет соответствовать данному AR-шаблону, и это лишь для вашего удобства. Ее никто, кроме вас, в дальнейшем не увидит. Далее переходим в раздел «Бизнес». Именно здесь вы будете создавать пару с AR-продуктом. С левой стороны у вас будет миниатюра продукта, а с правой стороны соответствующему AR-шаблону. Переходим в «Инфо», выбираем картинку, даем ему название, описание. Эту информацию уже видят другие пользователи в вашем профиле, поэтому будьте внимательны о том, что вы описываете в продукте. Сохраняем. А теперь самое главное, формируем нашу пару продуктов. С левой стороны подтягиваем миниатюру продукта, с правой стороны соответствующим AR-шаблон. И самое главное, не забываем активировать цепочку между ними. Возвращаемся в наш профиль, нажимаем на глазик, смотрим то, как видят другие пользователи наш профиль. А теперь давайте проведем эксперимент. Переходим в раздел «Бизнес» и в одной из активных пар делаем линк неактивным. Вы удивитесь, насколько легко управлять вашим профилем. Всего лишь в один клик вы сможете в любой момент показывать ваши AR-продукты пользователям или, наоборот, их деактивировать. AR-продукты создали, AR-профиль создали, и теперь самый главный вопрос. А как же другие пользователи наши продукты увидят? Легко. Первое, что можем сделать, это поделиться QR-кодом. Инструкция на экране. QR-коды вы можете размещать на вашей рекламной продукции, меню, брошюрах и даже веб-сайте. Другим пользователям достаточно скачать и установить приложение, нажать на кнопку AR-сканер, сканировать ваш QR-код и наслаждаться результатами. Пользователь сможет добавить ваш AR-продукт в избранное, перейти в ваш профиль и добавить вас в свои списки контактов, если вас еще там нет. Если вы решили пригласить гостей в свой профиль NetHolder и показать им свои AR-продукты, им необходимо будет добавить ваш номер телефона в свою телефонную книгу. Когда они перейдут в приложение NetHolder, главное меню «Контакты», потянется вся телефонная книга, и рядышком с вашим именем будет оранжевая кнопка. Кликнув на ваше имя, они смогут перейти на внутренний чат и общаться с вами здесь. А если кликнут на оранжевую кнопку, попадут прямо в ваш профиль и насладятся AR-продуктами.